А зимозерновые посеяны в нашем районе на общей площади 11,5 тысяч гектаров. Фазы развития растений разные, так как сроки посева были различны из-за погодных условий. Те зерновые, что посеяны в оптимальные сроки, находятся уже в фазе кущения, что говорит о своевременном развитии озимых. На сегодня еще говорить о том, как чувствуют себя озимые после зимовки, рано, потому что зима, в принципе, еще впереди, январь, февраль месяц. Но по тем озимым, которые мы видим сегодня, практически все площади посеяны, они сохранились, они живые. И даже в отдельные дни декабря месяца еще шла вегетация, шло развитие озимы. По словам главного агронома городского управления сельского хозяйства, снег, который выпал в последние дни в Анапском районе, благоприятствует дальнейшему развитию растений, так как в более теплые зимы из-за нашествия грызунов могло погибнуть до 70% посевов. В этом году ситуация с вредителями зерновых изменилась в лучшую сторону. В этом году мышевидных грызунов практически у нас в районе не было. Хотя по краю мышевидные грызуны очень, как говорится, многие на многих полях наделали вреда. Степень развития растения, я считаю, что очень хорошая, болезней нету. Значит, кроме этого, кое-где по краю наблюдалось повреждение жужелицей. Ну, вот на наших посевах я практически еще нигде не находил. Растения, я считаю, что в таких условиях они будут жить и должны дать хороший урожай.